Мы находимся на территории историко-литературного музея-заповедника имени Пушкина возле Спасо-Преображенской церкви, основанной Борисом Годуновым. В одном из зданий этого музея располагается большевиземская детская школа искусств. Директор школы искусств, выпускник музыкальной академии имени Гнесиных Вячеслав Викторович Мальцев. Будучи дирижером в ансамбле имени Локтева, Вячеслав Викторович получил богатый профессиональный опыт, который перенес в работу всей нашей школы, и в частности, отдела народных инструментов. Когда-то я сама закончила большевиземскую музыкальную школу, а теперь в качестве преподавателя и заведующей отдела народных инструментов вместе с педагогами и нашими учащимися мы пропагандируем музыкальное наследие всех времен и народов. У нас на отделе работает яркий коллектив преподавателей, энтузиастов своего дела, который предоставляет обучающимся широкий выбор всевозможных специализаций. Для каждого ребенка подбирается индивидуальная программа. Овладевая игрой на народных инструментах, учащиеся реализуют себя не только как солисты, но и как полноправные участники различных ансамблей, начиная от малых форм и заканчивая крупными смешанными коллективами. Среди самых ярких и самобытных – ансамбль русских народных инструментов «Спектр», «Фиеста», ансамбль «Захаровские зори», «Тальяночка», «Радуга» и многие-многие другие. Моя философия, как сказал французский гуманист Франсуа Рабле, ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, но факел, который надо зажечь. И мы с каждым годом рады видеть новые горящие глаза, готовые окунуться в музыкальный мир народных инструментов.